Одни идут в спортзал для того, чтобы накачать мышцы, другие для того, чтобы похудеть. Кто-то предпочитает силовые тренировки, а кто-то кардио. А мы сегодня идем на функциональный тренинг и расскажем вам, что это такое. Здравствуйте. 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 А расскажите, пожалуйста, что такое функциональный тренинг? Функциональный тренинг – это широкое понятие, но вообще это вид тренинга, который развивает силу мышц, координацию, ловкость, гибкость. Я вам предлагаю попробовать на себе, что такое функциональный тренинг. Перед вами полоса направления движения. И мы в кардиоформате будем выполнять некоторые упражнения. Этот вид тренинга вышел из спортивных тренировок. Спортсмены разным оборудованием, разными способами тренировали для себя нужную группу мышц, нужную силу, взрывную выносливость, например. И постепенно люди поняли, что это эффективно для здоровья, для красоты тела, и создали такую фитнес-программу, которая помогает человеку правильно себя чувствовать в пространстве, двигаться, иметь хорошую координацию, красивый рельеф мышц. Это оборудование придумали американские военные. Они делали его из парашютных строк, чтобы брать с собой в поход и непрерывно тренироваться. С помощью таких петель можно нагружать абсолютно любые группы мышц. В зале для функциональных тренировок обязательно должны быть снаряды, чтобы развивать мышцы. Я как раз нашла гантельку для себя. Чем отличается функциональный тренинг от обычных кардио-тренировок или силовых тренировок? Функциональный тренинг, он тренирует именно функцию мышцы в связи со всеми ее задачами и со всем телом. Может вам помочь лучше передвигаться, не подскользнуться, быть сильным, ловким и уверенным в себе. Я думала, что функциональный тренинг – это зарядка для ленивых, но это оказалось совершенно не так. Как привести себя в форму и стать сильным, ловким и выносливым, узнали Никита Боченков и Арина Жукова.